Еще одна приятная, полезная, а главное не первая встреча волонтеров Красного Креста и Брестской молодежи состоялась на базе средней школы номер 27. Она была посвящена празднованию столетия Белорусского общества Красного Креста. Ребята 10 и 11 классов, участники Центра допризывной подготовки Ленинского района были рады такому мероприятию. Торжественно поздравили представителей Брестской городской гуманитарной организации, послушали лекцию и приняли участие в базовом тренинге оказания первой помощи пострадавшим. В Центре допризывной подготовки Ленинского района юноши и девушки изучают учебный предмет «Допризывная медицинская подготовка», поэтому сотрудничество и практические мастер-классы от волонтеров Красного Креста для них очень ценны. Быть может, здесь и сейчас есть будущие преемники нынешних волонтеров. Нам сегодня очень приятно в такой юбилей, столетний юбилей Красного Креста принимать у нас сотрудников Красного Креста для того, чтобы учащиеся центра могли еще раз соприкоснуться с теми вопросами, которые связаны с оказанием помощи людям. Созданный волонтерами Красного Креста курс «Первая помощь» предоставляет возможность каждому человеку приобрести знания, умения и навыки, так необходимы абсолютно каждому человеку, для того, чтобы в нужный момент не спасовать, а помочь, оказать первую помощь правильно и, главное, оперативно. Я считаю, что, конечно, безусловно, стоит помогать людям, которые в этом нуждаются, потому что, ну, это неотъемлемая часть жизни человека. Людям надо помогать. Я считаю, что подростки могут помочь. Они могут навещать, хотя бы просто навестить людей, которые живут одни. Им было бы очень приятно. Я лично считаю, что проводить такую работу и с молодежью, и со взрослым населением очень полезно, потому что никто не знает, что будет. И я очень благодарен за сегодняшний визит Белорусского Красного Креста. Я поддерживаю их работу и считаю, что каждый должен хотя бы по минимуму знать, как помочь человеку в различных ситуациях. Белорусское общество Красного Креста на протяжении 100 лет остается надежным помощником в решении гуманитарных задач в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения. Но все это не было бы возможно без мощного волонтерского движения, ряды которого непрерывно пополняются. Ну а в Бресте работа волонтеров не прекращается ни на день. Они участвуют во всех направлениях деятельности, принимают самое активное участие в благотворительных кампаниях «Ваша допомога». Соберем детей в школу, «Елка желаний», «Месячники Красного Креста», «Всемирные». Мирном дне оказания первой помощи и многом другом. Они являются членами команд реагирования на чрезвычайные ситуации, и, конечно, они не остались в стороне и в условиях коронавирусной инфекции. Они всегда на стороне и страже всех, кто оказался уязвим в трудной ситуации. Белорусскому обществу Красного Креста исполняется именно в сентябре 100 лет. За всю вековую свою историю Белорусский Красный Крест прошел славный путь, включая трудные моменты. Менялось многое, но не менялись только цели и задачи Белорусского общества Красного Креста. Каждый, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, пострадавший от бедствий, стихийных бедствий, катаклизм, может получить помощь Красного Креста. Красный Крест всегда стоял на защите здоровье жизни человека. Важны те люди, которые приходят на помощь тогда, когда их не просят, а тогда, когда нужно. Белорусское общество Красного Креста перешагнуло красивый столетний юбилей, но с уверенностью можно сказать, что это только начало. Начало длинного, не всегда простого, но доброго пути длиною в вечность. Оно будет живо ровно до тех пор, пока ряды организации будут пополняться небезразличными к чужому горю людьми.